Уважаемые зрители, сегодня на площадке нашего физкультурно-оздоровительного комплекса матч первенства ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» среди команд первой лиги. Встречаются команды мини-футбольного клуба «Владимир» и спортивная школа номер 13, город Ярославль. Мяч в ворота команды спортивной школы номер 13 Ярославля забил Данила Карин, номер 6. Первый тайм встречи между командами мини-футбольного клуба «Владимир» и спортивной школы номер 13 «Ярослав» завершился со счетом 1-0 в пользу хозяина. Yeah.
матч между командами МФК «Владимир» и спортивной школы номер 12 город Ярославль завершился со счетом 3-1 в пользу команды «Владимира».